Salutare, prieteni! E o tradiție deja ca la fiecare câteva zile să vă facem cunoștință cu oameni frumoși care îi inspiră și pe care îi putem admira la nesfârșit. Este vorba și despre invitata ediției de astăzi, Olga Agutiun, consultant în alăptare, pe care o salut cu mare drag. Da. Bine te-am găsit, Olga! Da, mersi mult! Înainte de a începe interviul, trebuie să mărturisesc că am ținut neapărat să te intervievez din motivul că am avut și o experiență frumoasă cu tine, ajutându-mă ca tânără mamă să depășesc unele probleme la început de cale. Cu asta vreau și să începem, să discutăm despre profesia pe care o ai tu, o profesie care oficial nu există în Republica Moldova. Și nu doar în Moldova. Во всем бывшем Советском Союзе такой профессии, к сожалению, официально не существует, но за границей она есть. И мы надеемся, что рано или поздно мы нашу профессию поднимем на официальный уровень. Профессии нет, а потребность в ней огромная есть. Иначе бы мы, наверное, никогда бы не пришли к этому. И мой профессиональный путь начался именно с этого. Мне нужен был самой консультант по грудному вскармливанию. И после этого, конечно, какой-то мир перевернулся. Столько женщин нуждаются в помощи, а фактически ее никто не дает, потому что педиатр занимается здоровьем ребенка, акушер-гинеколог занимается здоровьем женщины, а грудь и само кормление грудью, получается, висит где-то в воздухе. И все по чуть-чуть, но по факту, чтобы человек пришел и, как мы на консультации иногда тратим 1,5–2 часа, наладить этот процесс от и до, конечно, таких специалистов еще 15 лет назад у нас не было. Но сейчас мы очень гордимся тем, чем занимаемся. Când ai simțit nevoia ca să te implici și să ajuți mamele, devenind tu mamă? К сожалению, мой первый опыт был кормление неудачное. Первого ребенка я практически не кормила грудью, и я тогда твердо решила, что со следующим я должна сделать работу над ошибками. И действительно, со вторым ребенком я нашла консультанта, и как-то это все наладилось, и был такой план хоть бы докормить до 6 месяцев, потом хотя бы до года. А после года, конечно, уже махнула рукой и до 3 лет благополучно прокормила своего среднего ребенка. И когда вот эта моя проблема была решена, я спросила консультанта по грудному вскармливанию своего, Алину Шмурун, где и как она этому научилась. Она меня сориентировала, куда обратиться, обучаться, и я прям вот тогда поняла, что это вот то, чем я хочу заниматься. Потому что за плечами было 10 лет работы в газете дизайнером в области, совершенно не связанной с детско-родительскими отношениями. Ну вот да, оно тогда пришло, что я хочу. Что фак асемена студии ланой? Это организация, в которой мы все состоим. Это ассоциация консультантов по естественному вскармливанию. Это не только российская, это ассоциация по всему СНГ. Туда входит и Украина, и Прибалтика, и Молдова. То есть там, ну и в основная масса консультантов из России. И обучались мы все в разных местах, кто-то в Украине, кто-то в Москве, но сдавали экзамены мы все в этой организации, чтобы в нее вступить, надо сдать экзамены и иметь свой личный успешный опыт кормления грудью минимум 2 года. И вот как раз завершая кормление с этим самым средним малышом, ему было 3 года, я завершила его кормить и стала успешно вступительный экзамен и стала консультантом уже. Tu ești mama 3 copii, te felicit. Cum combini tu lucrul pe care l-ai practic zi de zi, la orice ora zilei bănuiesc că mergi ca să ajuți mamele? Cum combini serviciul pe care l-ai cu rolul de mamă? Это очень непросто. Быть мамой и продолжить работать – это очень непросто. И я всегда своим клиентам говорю на консультациях, особенно кто еще ждет малышей, что, ну, что бы вы ни купили в магазине, какие бы вы гаджеты ни придумали, сколько бы няни у вас не было, это будет очень сложно, потому что твое сердце разделяется в момент родов, и ты всегда, что бы ты ни делала, ты частью сердца находишься со своим ребенком, и он у тебя все равно где-то в голове продолжает жить. У меня очень хороший муж, который мне очень помогает. Он работает дома и имеет возможность оставаться с детьми, когда надо, и
У меня очень хорошая была мама, сейчас ее уже, к сожалению, нет, но остался еще папа, они тоже всегда поддержат, то есть займут чем-то детей, когда надо, и у меня очень хорошие дети. Если я очень сильно устала, вот пришла после работы, я могу им сказать, полчаса мама отдыхает, и они не то чтобы не будут меня дергать, они еще будут стоять и сторожить, чтобы никто не дернул эту дверь, чтобы мама отдохнула, и тогда... И, наверное, вот только благодаря поддержке семьи можно это совместить, хотя все равно это в любом случае сложно. Cum este să crești trei copii în Republica Moldova? Это не просто тоже. Мне бы, конечно, хотелось бы, чтобы наше общество было терпимее. А во всем остальном мне повезло. У нас были хорошие педиатры, хорошие учителя. Я не могу сказать, что мне было очень сложно, наверное. Было сложно только потому, что... Ну, вот эти косые взгляды всегда, ой, с детьми пришли. И когда мы выходим из самолета, и мне говорят, ну, какой у вас хороший ребенок, он не плакал всю дорогу. Ну, потому что вообще-то не все дети всегда плачут и доставляют неприятности соседям. То есть феричит астази акаса? Абсолютно. Просто. И вот здесь и сейчас мой дом, моя семья, они рядом. Хотя я уже с 6 утра на ногах, потому что школа, консультации, но... Мне вот здесь очень хорошо сегодня. Unii spun totuși că se simt mai bine, mai fericiți în afara țării, peste hotare. Aleg să emigreze, să-și întemeieze acolo familii. Tu ai avut ocazia, apropo, să te stabilești cu traiul, poate pe o perioadă scurtă? Ну вот что прямо нас позвали, мы отказали, не было. Но эти возможности были всегда. Достаточно было просто начать развивать в эту сторону. Но у меня никогда не было, вот сколько я себя помню, желания уехать за границу. Мне хорошо здесь. Я не знаю, как... Я вот думала над этим. Это как родители, которых не выбираешь. И какими бы они ни были, тут я, наверное, уже больше как психолог говорю, дети все равно любят своих родителей. Вот какой бы сценарий там родительства они мне предложили, но их все равно любишь, и к ним все равно привязываешься. И да, может быть, у нас в стране очень много минусов. Я все равно люблю это место. Я не знаю, почему. Я... Даже в поездках очень чувствую себя, на седьмой день я уже хочу домой. Asta voiam să te întreb. Când mergi într-o călătorie și când revii acasă, ce simți, atât fiind la hotar? С большой радостью возвращаюсь каждый раз. Я захожу к себе в дом, в свою любимую комнату, в свою любимую кухню и чувствую себя как рыба в воде. Да, там прекрасно. Возможно, там есть моменты, в которые намного лучше устроены, чем в нашей стране. Но там нет этого неба, этой земли, моих деревьев у меня во дворе, моих родных, кто-то на кладбище, кто-то еще живой, но они тут, это как мои корни, я без них как, ну, не чувствую себя уверенно. Я хочу жить здесь. То как вези виторул Республики Молдова? Я все-таки вижу, что с годами очень медленно, но есть улучшение, есть прогресс во всех областях. И в медицине, в первую очередь, ну, которая связана с моей работой, и так как у меня дети, мы не, ну, часто обращаемся. Я вижу, там есть абсолютно точно прогресс, как и в таких бытовых условиях, так и со стороны врачей. Их становится все больше, которые эмпатичные, которые умеют общаться с детьми, с пациентами. Как я вижу будущее, так я его вижу, чтобы люди, которые здесь живут, берегли не только свой двор, который заканчивается своей дверью или воротами, а берегли и улицу, где мы ходим, и... здание школы, здание поликлиники, и тогда не будет ни этой необходимости бесконечно что-то ремонтировать и чинить, это можно сохранить там, в том виде, в котором оно есть. То unde te vezi și cum te vezi peste 10-15 ani? Я абсолютно точно буду заниматься своими женщинами-кормящими, но так как я в этом году защищаю диплом и буду дипломированным психологом, я абсолютно точно хочу открыть кабинет психологической помощи. Моя специализация — перинатальная психология, то есть это беременные женщины, женщины только родившие. Я работаю с этой категорией женщин. И мне бы очень хотелось, чтобы у нас был центр психологической помощи женщинам, которые... Ничего не случилось страшного, но они стали мамами. Современные женщины, которые видят ребенка впервые в родзале своего собственного, у них настолько нет опыта, который передавался раньше из поколения в поколение, где было по 10 детей, то, конечно, у них сложное психологическое состояние. Влиться в новую роль, общество требует очень многого. Депрессия постнатала. Да, и депрессия постнатала, и блюз, baby blues, и
куда бы женщины могли бы приходить, где бы на них не показывали пальцем и говорили, что с тобой, у тебя ребенок, радуйся. Где бы она могла поделиться с тем, что ей сложно. Быть мамой, правда, очень сложно. Сейчас она и феерущина, да? Да, в этом нет ничего страшного. Это... А когда ты признаешь свою какую-то, да, боль, свою какую-то тревогу, она уже не такая страшная становится. Ольга, proiectul nostru se numește Nicăieri nu e ca acasă și aș vrea să te întreb pe tine, de ce pentru tine Nicăieri nu e ca acasă, în câteva cuvinte? Я думаю, что в первую очередь, потому что здесь родилась. Вот это место, в котором я родилась. И я прямо чувствую на каком-то, не знаю, уровне связь с этим местом. Для меня оно, правда, очень важно. Я даже... Когда проезжаю мимо роддома, в котором я родилась, я испытываю какое-то странное ощущение. Он давно не функционирует, но я прямо не могу от него оторвать глаз. Точно так же, как я смотрю в окно, когда вижу облака, которые, ну, просто облака, но для меня это мои родные облака. Eu îți mulțumesc tare mult pentru discuția asta, îți urez succes, să dai viață tuturor planurilor tale. Prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a proiectului Nicăieri nu e ca acasă, marca noi.md. Vă reamintim, în cazul în care doriți să deveniți și voi protagoniștii rubricii noastre, așteptăm ca de obicei să ne scrieți pe rețelele de socializare sau pe adresa de e-mail întreabă@aronnoi.md. Până la noi întâlniri!